Goa Morgen Evergreen Resort. Обзор номера и дорога до пляжа, расстояние и так далее. Это вот большой делюкс номер. Здесь вот кухонька. Сейчас я могу включить свет. Тут. Так, где же он включается? Вот он. Вот он так вот. Шкафа нет. Шкаф типа вот такой вот вешалочки. Ну, здесь вот небольшая такая типа кухни. Дальше ванная-туалет. И спальня. Спальня тоже вот такая вот. Hello. Да. Продолжаем. Пришла обслуга, принесла вот такой столик. Я попросил. Замочек вот такого типа. Навесной. Небольшая верандочка своя. Это вот там он моет, убирает хозяин отеля. Он не чурается грязной работы. Все вообще шикарно. И вот мы пошли на пляж. Но ворота постоянно закрываются, открываются. А при любом входящем, исходящем из отеля. Выходим. Вот так вот. Небольшой обзорчик. Значит, далее я по дороге буду идти и рассказывать. Значит, вот сюда вот поворачиваем направо, так как налево мы еще пока не ходили. И идем. Засекайте время. Еще раз, это дорога до пляжа от отеля Evergreen Resort. Evergreen Classic Resort. Трешечка недорогая в Морджиме, штат Гоа, которая встает быстро в стоп. В данный момент она единственная, наверное, в округе, которая заселена полностью. Вплоть до того, что когда нас вчера сюда привезли, вот этот владелец отеля, который сейчас там мыл территорию, он попросил нас заселиться в однокомнатный номер, так как нас трое, мы с ребенком. Вот поворачиваем налево, направо вон там вот фруктовая лавка, дальше еще лавка с вещами, шмотками и так далее. Здесь вот отель Fish, мы еще пока в нем не были, но говорят, что вкусно. Здесь еще лавки с вещами. В общем, он попросил нас, возвращаемся к разговору, поселиться пока на одну ночь в однокомнатный отель, то есть номер, в котором, мол, вы переночуете, а утром вас переведем вот в этот двух, будем говорить, даже трехкомнатный номер, так как там еще кухонька. И, мол, за это, мол, вам и покормил нас бесплатно. За то, что, ну, мы на самом деле прилетели рано, в 9, но приехали в отель уже к 2 часам. Покормил нас рыбкой с салатиком. Подарил нам большую 0,7 бутылочку рома Old Monk. Там с бананами. Выделил мне денег, рупий, то есть... Я ему говорю, купи у меня $100. Он говорит, я тебе не, у тебя не куплю $100. Вот дорога пошла направо, мы идем прямо. Я у тебя не куплю $100, но я тебе одолжу, когда сможешь там отдать, завтра, послезавтра. Вот сколько, и достал там 4000 рупий. Если, говорит, хватит, хочешь еще добавлю? Я говорю, нет, хватит.
И после этого, в принципе, сказал, что в понедельник, то есть вчера было воскресенье, рупия немножко дешевеет, то есть доллар ты дороже продашь, мол, вот, возьми сейчас, пользуйся, потом отдашь мне, когда продашь свои доллары. Сказал мне, где здесь обменка, вот мы сейчас повернули налево, около кафе Fish. А это направо, и увидите, там дойдете до перекрестка Т-образного, увидите, справа будет обменка. В обменке в данный момент, сегодня у нас 17 декабря 2018 года, в обменке сейчас берут по 71.50. На пляже, вот здесь же, в шейке, вот в этом, я продал по 71. То есть 7100 рупий мне дали за 100 долларов. Доллары должны быть обязательно новые, лучше 13 года и моложе, так как тогда у них нет никаких вопросов. Вот, да, вот так вот в Индии, как ни странно, они очень не любят 99-го, вообще считают как фантик. То есть это вообще не деньги здесь. Ну, может быть, деньги продадите, но с большой проблемой и задешево. Вот мы уже пришли к нашему пляжу. Вот такая вот небольшая дорога. Небольшой обзорчик. Все, спасибо.